Доброе утро всем тем, кто присоединился к нам, чтобы делать вместе с нами зарядку с чемпионом. Это самая веселая, бодрая и позитивная зарядка в мире. Меня зовут Сергей Белоголовцев. А это мои замечательные помощники, мои соведущие, будущие чемпионы мира и Европы. Знакомимся с ними. Настя, Надя, Ксюша, Артем, Вадим и Антон. Сегодня наша зарядка будет посвящена спортивной гимнастике. И через несколько секунд в этой студии появится прекрасный спортсмен, чемпион Европы среди молодежи Эмин Гарибов. Ура! Ура! Российскому гимнасту Эмину Гарибову всего 17 лет. Но на первенстве Европы в 2008 году в Швейцарии он завоевал в составе юниорской сборной золотую и серебряную медаль для нашей страны. В детстве он мечтал быть футболистом. Но в 4 года мама привела Эмина в секцию спортивной гимнастики. И с тех пор времени на другие увлечения не осталось. В ближайших планах Эмина завоевать золото на Лондонской Олимпиаде 2012 года. Друзья, знакомьтесь, Эмин Гарибов. Эмин, знакомьтесь, мои соведущие. Давайте поаплодируем друг другу. И вы тоже аплодируйте нам. Аплодируйте. Мы стали так рано, чтобы делать вместе с вами заряд. Эмин, с чего мы начнем ее, нашу зарядку? Зарядку начнем, прежде всего, с разминки. Первое упражнение. Первое упражнение – будем разминать голеностопы. Будем разминать голеностопы. Разминка у нас сегодня будет проводиться сидя. Садимся. Разминка у нас будет проводиться сидя. Будем разминать голеностопы. Закинем одну ногу согнутую на ногу. И, держась за носок, делаем круговые движения. Ага. Правую 5 раз в одну ногу. Сторону, потом в другую. Правую ногу кладем на колено левой ноги и делаем в одну сторону 5 раз и в другую сторону 5 раз. Одну сторону 5 раз крутим наш голеностоп, крутим, разминаем его, разминаем. Он становится теплым, эластичным. Наш голеностоп, связочки голеностопа разминаются очень хорошо. Давайте поменяем ногу теперь. Помните свои первые соревнования? Вот самые-самые первые. Помню самые первые соревнования. Это были школьные соревнования, первенство «Динамо». Так. Вот. Вам было сколько лет тогда? Мне было, наверное, лет 7. 7 лет? Да. Так. Вот. Ну, так как они были первые, то я... не смог там ничего завоевать. Понятно. Ну что же, размяли мы наш голеностоп. Очень хорошо мы его размяли. Что делаем дальше? Следующее упражнение будем разминать коленные суставы. Коленные суставы. Немного привстанем. Да, хорошо. И сидя на корточках, опираясь руками на пол, будем подниматься и приспускаться. Готовы? Начинаем. И раз, два, раз. Ноги надо выпрямлять полностью стараться, да? Да. Ноги стараемся полностью выпрямлять. При этом руки остаются у нас на полу, видите? Довольно сложное упражнение, но очень хорошо разминает и колени, и заднюю поверхность бедра, и заодно и поясницу. Все мышцы у нас эти работают. Работают и разминаются. Очень хорошее упражнение и очень интересное. Раз. Два. Еще раз. Два. Закончили. Закончили это упражнение. Давайте немножко встряхнем. Встряхнем ножками. У нас сейчас очень хорошо размялась задняя поверхность бедра, поясница. Немножко вот так можно так покачаться, чуть-чуть покачаться. Покачаться, расслабить эти мышцы хорошо. Что делаем дальше? Дальше будем скручиваться для... мышц позвоночника. Для мышц позвоночника, для мышц спины. Будем скручивание делать. Каким образом? Сидя. Садимся также. Снова. Снова садимся. Колени хорошо. Можно согнуть чуть-чуть. И опираясь рукой об колено, скручиваемся в сторону. Правая рука уходит за левое колено. И вот такое делаем движение. Скручиваемся, скручиваемся. Теперь меняем направление. Вот так. Мы должны почувствовать, как у нас тянутся мышцы спины. Очень хорошее упражнение.
Растягиваем, разминаем мышцы спины и поясницы. Еще раз влево. Тянемся, тянемся, тянемся. Молодцы. Очень хорошо. Вправо. Тянемся. Давайте еще раз влево. И последнее движение вправо. Хорошо. Молодцы, здорово у вас получается. Отлично. На этом наша разминка закончилась. И мы можем приступать к основной части нашей зарядки. Эмин, с чего мы начнем основную часть нашей зарядки? Основную часть начнем с укрепления также мышц спины. Сегодня мы работаем в основном со спиной, и это очень хорошо. Укрепляем спину. Что мы делаем? Руки на пояс поставим. Руки на пояс. И будем делать небольшие наклоны вперед-назад, влево-вправо. Так, смотрим. Вперед, назад, прогибаемся. Влево, влево и вправо. Вправо. Давайте все вместе. Вперед, назад, влево, вправо. Молодцы. Вперед, назад, влево, вправо. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Глубоко дышим. Раз, два. Молодцы. Три. Вправо. Еще вперед. Назад. Влево. Вправо. Очень здорово у нас получается. Сегодня у меня просто прекрасные соведущие. Они делают все очень правильно, очень хорошо. Смотрите, как они делают. И повторяйте за ними и за Эмином. Что мы делаем дальше? Следующее упражнение будет делать перекаты с колена на колено. В полуприсед. Вот таким образом. Ага. Да, очень, очень хорошее упражнение. Очень хорошее упражнение. Давайте встаем. Ноги чуть шире плеч. Ноги чуть шире плеч. И начинаем в левую сторону. Поехали. Раз. Два. Раз. Эмин, а есть человек, которого вы считаете своим кумиром? В гимнастике или вообще в спорте? Вот на кого вам хотелось бы походить? Ну, в гимнастике, конечно, хочется равняться больше всего на Алексея Немова, само собой. Алексей Немов, да, да. Прекрасный спортсмен. То есть это, я считаю, идеал. Да. Гимнастики. Давайте вправо, влево. Хорошо, вправо, влево. Работают коленки у нас очень хорошо. Влево, вправо. Влево, вправо, влево. Молодцы. Закончили. Давайте немножечко расслабим ноги. Расслабим ноги. Можно ручками тоже немножечко потрясти. Поводить плечами чуть-чуть так. Расслабляем мышцы. Не даем им забиваться. Они должны быть теплыми, эластичными. Что мы делаем дальше? Дальше будем укреплять мышцы пресса. Эмин, так все-таки как же мы будем укреплять наш пресс? Пресс будем укреплять следующим образом. Приподнимем ноги наверх чуть-чуть и будем делать поперечные скрещения. А, такие ножницы? Ножницы, да. Ножницы, давайте. Можно делать по 5 секунд, потом отдохнуть. По 5 секунд. Раз, два, три, четыре, пять. Отдыхаем. Выдохнули. Можно чуть-чуть потянуться, чтобы растянуть мышцы. Вот, чуть-чуть потянуться назад, чтобы растянуть мышцы пресса. Давайте еще одну серию. 5 секунд. Мы должны продержаться. Давайте, ребятки. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Опять потянулись, потянулись назад. Мышцы пресса растягиваем. Сначала нагружаем, а потом их растягиваем. Хорошо. Давайте еще одну серию. 5 секунд. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять. Выдохнули. И закончили с этим очень интересным упражнением. Что делаем дальше? Следующее упражнение будет для укрепления мышц поясницы. Так. Переворачиваемся на живот. Переворачиваемся на живот. Ложимся. Ложимся на живот. Руки вытягиваем вперед. Руки вперед. И одновременно поднимаем и руки, и ноги. Задерживаясь примерно на 3 секунды. Поехали. То есть. Раз, два, три. Молодцы. Отдохнули. Молодцы. Смотрим вперед и улыбаемся. Улыбаемся все. Давайте. Раз, два, три. Нравится нам делать зарядку. Нравится. Давайте бодро. Раз, два, три. Молодцы. Давайте сейчас до 4 попробуем подержать. Давайте. Попробуем до 4. Давайте. Раз, два, три, четыре.
Молодцы! Ну что ж, на этом основная часть нашей зарядки подошла к концу, и мы можем переходить к восстанавливающим упражнениям. Ну что, Эмин, давайте начнем расслабляться и восстанавливаться. Давайте начнем. Давайте начнем. С чего начнем? Начнем с корзиночки. С корзиночки? Да, опять ложимся на живот. Так. Через стороны берем себя за голеностопы. И начинаем разгибаться в это время. 3 секунды. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. И раз, два, три. Отличное упражнение. Очень хорошо потянули мышцы спины и ног. Очень хорошее упражнение. Что дальше делаем? Дальше восстановим дыхание. Восстановим дыхание. Встаем. Для этого нам нужно встать. Давайте встанем ровно. Спина прямая, грудь вперед. Подбородочек вверх. И сейчас будем восстанавливать дыхание. Что мы делаем для этого? Из наклона будем, вдыхая, поднимая руки. Угу. И также расслабляться, стряхивая себя. Ну-ка, показывайте третий. То есть вот так. Поднимаемся и опускаемся. Давайте. Падаем в наклон. Вдыхаем. И выдыхаем. Давайте. Из наклона поднимаемся, вдыхаем. И выдыхаем. Молодцы. Отличное упражнение. И мы заканчиваем нашу зарядку, которая сегодня была посвящена спортивной гимнастике. Эмин, у нас к вам одна просьба. Мы с ребятами хотим увидеть что-нибудь из арсенала спортивного гимнаста, что-нибудь необычное. Что вы нам покажете? Я покажу вам фляг назад. Фляг назад. Очень интересно. Друзья, на этой красивой спортивной ноте хочется закончить нашу зарядку с чемпионом. Сегодня тренером у нас был Эмин Гарибов. Настоящий спортсмен. Еще раз поаплодируем ему. Ну а с вами мы прощаемся и увидимся очень скоро на очередной зарядке с чемпионом. Я желаю вам хорошего, бодрого и веселого дня. Всего доброго, дружите со спортом, пока!